До посадки в автобус осталось 15 минут, а пока есть возможность спастись от жары. Можно купить холодную минералку, но есть другой вариант, подешевле и эффективнее – бесплатный горячий чай. Пожалуй, выберу его. Попробовать вкусный чай из сибирских трав теперь можно бесплатно. На автовокзале открыли чайную. Создана она по распоряжению губернатора области Амана Тулеева. В первую очередь испить горячий напиток смогут дети, мамы, ветераны войны и труженики тыла. Но другие тоже не останутся без приятного чаепития. Вы знаете, что Кузбасс сегодня – это территория добра. А добро всегда должно оставаться у каждого человека в сердце. Вот поэтому сегодня все это делается для людей. На вкус и цвет чаи все разные. Есть чай с малиной, смородиной, мятой и душицей, а также разные вкусы зеленого чая. Можно и полакомиться, заказать сахар и выпечку. Дети же очень любят баранки. Очень понравилось, красиво, что в русском стиле. И пирожки, что не жареные, а печеные. Многие летом покупают ледяной сладкий лимонад, но наукой доказано, что жажду он не утоляет. Жители Азии уже несколько тысячелетий спасаются от пекла горячим чаем. Он выравнивает температуру тела с окружающей средой. Синоптики обещают жаркий июль, поэтому новая чайная придется как раз кстати. Мария Салмина, Дмитрий Шилов, новости моего города.